Ну как здоровье? Уже Мне лучше? Не очень хорошо, да? меня болит живот. Животик болит, да? Да. А, ну понятно. Это что? Женские проблемы? Эман говорит, да? Что-то ела не Нет, то, да? вы исправления нет. Исправляете, да? Хорошо, да. Ну что? Что есть, то есть. Отправишь, да? Да. Хорошо. Я правильно. Да. Đây là cái bài đọc của em đấy. Đây là bài đọc của em, thầy giáo chữa cho em rồi đấy. À, có những cái chữ đỏ này là chữ chữa này, đấy. Tại khá Đã. em chuyển nó sang Word, sau đó em sẽ xem lại nhé. Đã. Tại khá Tại. Nhưng khi copy nó không ra màu đỏ thế ạ. À, nó khá ничего. Đã. Copy lại nó mất màu đấy. Nhưng mà anh cứ xem lại Đã. so với cái bài đọc của em này sẽ tìm thấy được cái lỗi đấy. Đã. Đấy. Nó vô. Хорошо. Так, хорошо. Ну, это значит, тут есть... Em chưa thấy cái bài mà em gửi đấy. Chưa thấy cái bài mà em gửi đấy. Ừ, đã. Đó, giờ ví dụ. Скором поедем. В скором поезде, да? В скором поезде. Да. Так, хорошо. Ну что? Это всем к вам чуть я. Да. Ну? Я готов. Готов. Из новых слов что-то непонятное? Новые слова, какие-то слова трудные? Я не знаю слова мчаться. Мчаться – это ехать быстро. Ехать быстро. Быстро, да? Очень быстро. Мчаться, мчиться, мчиться, мчаться. Мчаться. Мчаться là lao đi. Đấy. Lao đi như tên. Đấy. Вот так. Мчаться. Но вовремя. Слово вовремя. Đúng giờ. Это время, которое я очень правильно, Вовремя. например, если у меня встреча в 10 часов, и я пришла туда в 10 часов. Да. Правильно, да. Хорошо. Так. Tiếp theo. Окончить. Окончить это значит когда вы закончите. Закончили. Да, закончить. Закончили. Вы закончили. Закончили. Да. Окончить это завершить какой-то процесс. Завершить какой-то процесс, да? Окончить школу, окончить институт, да? Окончить школу. Завершить учебу в школе. Пассажир, это кто? Это люди, которые я в поезде. Да, которые едут на транспорте. Полночь. Полночь. Полночь это вот 12 часов ночи. это время, да? 12 часов ночи, да? Да. Проезжать. Проезжать. Проезжать Ехать мимо чего-то. это машина. Ехать. Проезжать. Это Ну, машина декларо, ест. да. Да. Профессор, ну понятно, профессор. Сообщить. Да. Сообщить. Сообщить. Сообщить.
báo cáo không, em cái này em không biết là Сообщить. Это báo дать cáo сообщение. Дать сообщение. Дать кому-то знать что-то. Дать кому-то нет. знать, да? Дать кому знать. Знать. Да. О чем, да? О чем, Дать кому знать о чем, да? Сообщать. Интересно. Ну вот так. Хорошо. Ну это все, это понятно, да? Дать кому-то знать о чем. Так, хорошо, ну теперь почитаем. Пожилой инженер ехал из Сибири. Ну, будешь читать или я буду читать? Да, Ты будешь. читаю. А, хорошо. Ты читаешь, да? Да, я Ну, давай, читаю. попробуй. В скором поезде Да. пожилой инженер ехал из Сибири к своей дочери в Ленинград. У него И куда это было... в Ленинград? О, интересно. А где это слово Ленинград? Это город. А где ты это читаешь? Ленинград. Итак, давай. Во. Так, хорошо. В Москву. Да. И у него было больное сердце. Больное. Больное. Больное Да, больное. сердце. Да. Чем он называется? Больное сердце. Да. Хорошо. Ночью в пути ему стало плохо. Да. Нужна была срочная медицинская Помощь. помощь. Да. Да, помощь. Поезд мчался через поля и леса. И леса, да. До Лес, станции было леса. еще далеко. Поля. Поле, поля. Поезд мчался через поля и леса. Через поля и Поля. леса. Через поля Поля, и да. леса. И леса. Да. До До станции станции было. было еще далеко. Начальник поезда Поезда. обратился. Поезда. Поезда обратился по радио ко всем пассажирам. Ко всем пассажирам. И если в поезде есть врач, просим прийти в шестой вагон и оказать помощь больному. Среди Среди пассажиров оказалось 5 врачей и 1 медицинская сестра. Хотя была полночь. Да, Все полночь. они немедленно пришли к больному. Первой пришла пассажирка из соседнего вагона. Молодой врач. Она только что окончила медицинский институт и ехала работать в больницу. Потом пришел седой профессор. Знаменитый хирург. Знаменитый, знаменитый хирург, Хирург. да. А всем хотелось помочь больному. Один пассажир принес таблетки от сердечной боли. И больному становилось все хуже и хуже. Ему нужно было редкое лекарство. Редкое. Да, Да, редкое. редкое Да, лекарство. лекарство, да. Когда проезжали мимо железнодорожной будки, с поезда прошли записи с просьбой сообщить Записку, телефон. записку. Бросили Записку записку с просьбой. с просьбой сообщить по телефону на станцию, чтобы к приходу поезда
приготовили нужное лекарство. Да. Хорошо. Ночью. Ночью дежурный врач на станции приняла эту телеграмму. Но у нее такого лекарства не было. До прихода поезда оставалось 2 часа. Она решила сходить лекарством в городскую аптеку. От станции до города было 8 километров. Чтобы успеть к поезду, врач бежала в аптеку не до дороги, а прямо через поля оправи. Абрак. Когда она... Есть слово абрак, понятно? Абрак. Да. Да, вот это во время. Нет. Абрак. Абрак. Что такое абрак? Абрак. Абрак, да. Поля, через поля и абраки. Что такое абраки? Ну, абраки, да? Вот, и еще. Так, хорошо. Так, ответно. Да, когда она добралась до аптеку, до прихода, поезда оставалось 30. Лекарство было у него в руках, но как вернуться нас полчаса. У нее. У нее вот, в руках, да. У нее в руках. Тогда аптекарь позвонит своему другу. Аптекарь позвонил своему другу, ну, у которого? У которого был мотоцикл. Был, не было, а был. 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 Мотоцикл. И попросил. И попросил его отвезти врача на станцию. Лекарства доставили. Время. Вовремя. Была спасена. 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 Жизнь больного, жизнь больного была спасена. Да? Так, хорошо. Все понятно? Все понятно или нет? Что-то да. Непонятного тут? А, я понимаю содержание, но... Если каждый слово, если я вижу, может быть, я не очень понимаю. Но содержание я понимаю. Это содержание, да. Интересно, если не понимать каждое слово, а можно понимать в общем, да? Да. Да? А интересно. А что непонятного но, тут вообще? Что тут было непонятно? Как ты делал ерехуна? Нет. Я понимаю весь рассказ. А, весь рассказ, да? Да. Весь рассказ. Хорошо. А куда поехал этот пожилой инженер? Он ехал из Сибири к в Москву, да. Да. А куда? А кому он ехал? Это дочери. К дочери, и да? Да. К дочери, да. А на чем он ехал? На чем? Интересно, на чем? На поезде. Да, на поезде. На поезде. На чем? На поезде. Поезде. Так, хорошо. Какая у него болезнь? У него болит сердце. У него больное сердце, да? У него больное сердце. Так, и что? Что случилось с ним в поезде? Да, вот это в ночью. Ночью, не в ночью, а ночью.
Ночью в пути ему стало плохо, потому что у него болит сердце. А, у него болит сердце, да? И что требуется? Что Это нужно потребуется? Ну, что требуется? Что скрыть. требуется? Конфалямзи. Да, это нужна была срочная медицинская помощь. Да, лекарство нужно, да? А, хорошо. Лекарства. А поезд далеко от станции? Нет, это далеко. Еще далеко. Еще Далеко, далеко, да? да. Еще Так. далеко. Да. И что делал начальник поезда? Да, вот в поезде обратился по радио ко всем пассажирам. И это вот это если в поезде есть врач, и это есть человек, который нужно помочь, и поэтому просил прийти в шестой вагон и сказать помочь больному. А, да, значит, что начальник поезда обратился ко всем пассажирам, Да. чтобы врачи среди пассажиров, если они есть, пришли в шестой вагон помочь больному, да? А, так, а сколько врачей было, оказалось, среди пассажиров? Да, вот это сказалось 5 врачей и Оказалось, одна 5 врачей и одна медсестра. медицинская сестра, Медсестра, да? И одна да. медсестра, да? А, хорошо. Кто первым пришел в шестой вагон? Да, это первая пришла из пассажирка из соседнего вагона. Да, и кто Это она? врач. Кто она? Вот она медицинская сестра. А, нет, она молодой врач. Да, она молодой врач. Да, она молодой врач, да? А, так, она молодой врач. А, так, хорошо. Она работала в больнице? Да, нет, она только что окончила медицинский институт и Да. сейчас я Медицинский. стала работать в Да. Да. больницу. Она только что окончила мединститут и ехала работать в больницу впервые, да? Впервые она Да. ехала на работу, да? А, хорошо. А потом кто пришел еще? Потом это седой профессор. Профессор, да? А, это знаменитый хирург, да? А, вот так Да. вот. А, хорошо. А, так, и что определили? Что определили? Và họ xác định được là cái gì? Ну, все врачи пришли, и что они решили? Они хотели Они хотели помочь. помочь. Да, Да. они все хотели помочь. И все врачи, профессор и медсестра, и они сделали вывод. Что сделали вывод? Какой вывод сделали? Họ quyết định một cái gì? Họ đã có một cái kết luận gì? Они сказали, что сначала они принес таблетки. А, они, если они, то принесли. Они принесли. Но это один пассажир принес, да? Один Да. пассажир принес. Это не врачи. Это просто один пассажир принес таблетки, да? Вот. Даже и пассажир тоже пришел, да? Вот. И что они, ну, они же считали? И они сделали вывод. Какой вывод? Ну, какой вывод? Вывод là gì? Вывод là một cái kết luận đấy. À, они какой, Это khi nào hỏi nào, какой вывод они сделали? Какой вывод они сделали? Họ đã có một cái kết luận như thế nào? Вот это они сказали, что больному становилось все хуже, и поэтому ему не нужно было редкое лекарство. Да, они сделали вывод, что
больному нужно редкое лекарство, да? Так. Да. А, хорошо. А это лекарство было в поезде? Нет, нет. Не было, да? Не было. Да. Каким образом они сообщили в станцию? Куда они ехали? А вот... А она... Каким образом? Поезд-то едет быстро. А, каким образом они сообщили в, на станцию, куда они едут? Куда они едут? Да. Куда? Ну. Они едут на станцию. Они сейчас едут на станцию, да? Правильно? Вот да. Это станция. Это станция, да? Вот да. Это станция. Да? А поезд отсюда едут сюда, да? А, но да. Еще далеко до станции. А как они сообщили на станцию, что им нужно лекарство? Как они сообщили на станцию? Как они сообщили на станцию? Как они сообщили на станцию, что какое лекарство им нужно? Да. Что им нужно? Лекарство. Họ đã thông báo cho cái ga chính là họ cần thuốc bằng cách nào? No. Tất cả áp chế cả phòng nhiệt. Нет. Да. А как они сообщили? Каким образом? А тогда не было телефона? Да, hồi đó làm gì có đợt. Hồi đó làm gì có điện thoại. Так. И как они сообщили? Это телефон, да, это телефонного браму, да. Да. Телефон есть только на, а, на земле, да? А, телефон. Điện thoại chỉ có dưới mặt đất thôi. Chứ trên tàu làm gì có điện thoại, да? Вот как они сообщили? Поезд едет. À, chúng ta biết rằng là em đã ở Nga rồi thì em biết là gì? Tàu nó chạy, nó cứ chạy thôi, đấy. Nó không được dừng lại, đấy. Vậy thì người ta làm thế nào? Người ta báo cho cái ga chính mà họ đang đến đó. Để người ta chuẩn bị thuốc cho họ. À, вот это... À... Вот... Знать... À... Это... Следующая поезд. И когда, когда следующая поезда прибежала в аптеку, и до прихода поезда оставалось... Нет. Какой поезд еще? Только один поезд. Вот смотри. Вот эта станция, это главная станция, да? Ну, это еще 50 километров, например, да? Или еще 150 километров, да? А, визу, не ла... Đoàn tàu nó chạy đây đấy, đoàn tàu nó chạy đây nó còn là gì nữa? Nó còn là gì? Nó còn là đến 150 km nữa đấy, mới đến cái ga chính đấy. Đó. Thế vậy thì làm sao họ báo cho cái ga này để họ chuẩn bị thuốc được? No. No, не знаешь, да? Не знаю. Вот смотри. А, khi mà đoàn tàu nó chạy, когда проезжали мимо железнодорожной будки, khi mà đoàn tàu nó chạy qua một cái chòi canh, một cái chòi canh của đường sắt đấy. Ví dụ như là đây là đường sắt này, xong rồi đây nó có cái đường chạy ngang này đấy. Đó, thì ở đây nó có một cái chòi canh, em hiểu chưa? Ở cái góc đường này nó có một cái chòi canh. Để làm gì nào? Là khi mà có tàu chạy ngang thì nó sẽ kéo cái barrier nó chắn không cho mọi người đi sang, hiểu chưa? Thế là khi mà cái đoàn tàu nó chạy qua cái chòi canh này, когда проезжали мимо железнодорожной будки, khi mà đoàn tàu này nó chạy ngang qua cái chòi canh này thì người ta ném xuống đây một cái giấy giấy viết tay. Spoizda. Spoizda, đấy. Spoizda brosili zapisku. Từ trên tàu người ta ném xuống một cái giấy viết tay, một mẩu giấy viết tay. Sprosbay với cái yêu cầu sapshich po telefonu na stansiu là thông báo về cái ga chính này, đây là ga chính đấy, đây là nhà ga chính đấy. Đó. Так, thông báo về cái nhà ga chính này, чтобы к приходу поезда приготовили нужное лекарство. À, thông báo về cái nhà ga chính này, để cho đến khi mà cái đoàn tàu này nó chạy đến cái ga chính này thì nó sẽ được dừng lại một cái khoảng thời gian nào đó đấy. Ví dụ 5 phút chẳng hạn đấy. Thì ở cái ga tàu này là người ta phải chuẩn bị sẵn thuốc cho họ đấy.
Em hiểu chưa? Đấy. Đúng chưa Dạ. nào? Đấy. Hiểu rồi gì? Đấy. Tà, cả cái câu này nó nói là gì nào? Когда проезжали мимо железнодорожной будки, à, đây là cái железнодорожная будка, đấy. Là cái chòi canh của cái đường sắt đấy. À, с поезда бросили записку с просьбой сообщить по телефону на станцию, чтобы к приходу поезда приготовили нужное лекарство. À, thế như vậy là gì? À, từ đây đến đây còn ví dụ còn 150 km, tàu nó phải chạy là ví dụ như là 1 tiếng chẳng hạn đấy, đúng không nào? À, đó, hoặc là ở đây nó thông báo là gì? À, chúng ta sẽ xem tiếp phần 2 nó còn bao nhiêu phút nữa. À, ночью дежурный врач на станции приняла эту телеграмму. Đấy, à, người ta chuyển bằng điện tín đấy, chuyển bằng điện tín. Dạ. Là ban đêm, à, người bác sĩ trực, dежурный врач có nghĩa là bác sĩ trực đêm đấy. Ночью дежурный врач на станции приняла эту телеграмму. À, bác sĩ trực đêm ở trên ga đã tiếp nhận cái bức điện tín này. Но у неё такого лекарства не было. Nhưng mà cô ấy không có cái loại thuốc này đấy. До прихода поезда оставалось 2 часа. À, đấy là gì? À, khi mà cho đến giờ cái đoàn tàu đến sẽ còn lại là 2 tiếng đồng hồ đấy. Chúng ta biết rằng là tàu ở Nga nó chạy tốc độ cao nhất là 200 km một giờ, đúng không nào? Nhưng những tàu thông thường chạy khoảng 60 km giờ đấy. 60 km một giờ tức là gì? Còn cái khoảng độ khoảng 120 km đấy. À, vột. До прихода поезда оставалось 2 часа. À, chúng ta nhìn thấy đây là gì nào? 2 часа đấy. 2 часа. Còn lại là 2 tiếng. Оставалось. À, lưu ý cái đuôi từ đấy. Оставалось. Đó. À, до прихода поезда оставалось 2 часа. Она решила сходить за лекарством. Và cô ấy quyết định là sẽ đi gì? Đi đến cái hiệu thuốc của thành phố để mua cái thuốc đó đấy. Астанси до города было 8 km. Từ cái nhà ga đó cho đến thành phố là 8 cây số đấy, 8 cây số. À, từ cái nhà ga đến thành phố là 8 cây số. Чтобы успеть к поезду, врач бежала в аптеку не по дороге, а через поля и овраги. À, như vậy là gì? Để cho kịp là gì? Để cho kịp thì cô gái đó đã chạy một mình trong đêm đấy. À, nối À. chiều đấy, nối chiều. À, nối chiều. Anabijala Vapcheku, cô ấy đã chạy đến cái hiệu thuốc này. À, là Podaroge à, Prema Chirispalia i Avragi. Chirispalia và cô ấy chạy qua những cái cánh rừng đấy. À, Chirispalia những cái cánh đồng và chạy qua những cái nhìn thấy em thấy là gì? Là những cái con mương lở lói ở trong rừng đấy. Để làm gì? Để cho nó kịp giờ đấy. À, ta. Когда она добрала до аптеки, khi mà cô ấy chạy được đến cái hiệu thuốc, до прихода поезда оставалось 30 минут. Khi mà cô ấy chạy đến thì chuyến tàu chỉ còn có 30 phút là sẽ đến bến đấy, đến bến. Mà cô ấy còn cách 8 km đấy. Lekarstvo было у неё в руках. À, đó là thuốc cô ấy đã cầm trong tay rồi. Но как вернуться назад за полчаса? Nhưng mà làm sao quay trở lại được sau nửa tiếng đấy, sau nửa tiếng. Тогда чекар позвонил своему другу. Lúc đó thì người bán thuốc, à, cái người đàn ông bán thuốc đấy. À, позвонил своему другу, đã gọi điện cho người bạn của mình. У которого был мотоцикл, mà cái người đó có xe mô tô đấy. И попросил его отвезти врача на станцию. Và đề nghị ông ấy chở vị bác sĩ, cô bác sĩ này quay lại à, cái bến là cái ga xếp của cô ta đấy. Лекарство доставили вовремя. Thuốc đã được đưa đến đúng đúng giờ đấy. Иисус Банова была спасена. Nó vẫn tạc vật. À, это такой подвиг đấy. À, chúng ta tưởng tượng là trong đêm cô ấy chạy suốt 8 cây số như thế để cô đi mua thuốc cho bệnh nhân đang ở trên tàu. Đấy, đó là một cái chiến công Brian đấy. Đấy. À. Человеческие возможности безграничны. Безограниченный, подвиг. А, ну так хорошо. Кому передали телеграмму? Кто получил телеграмму? Чест, пожалуйста. А, текст? Да. А, кто?
Ну, кто получил телеграмму? Вот, дежурный врач. Вот это дежурный Да, врач. дежурный врач. Это кто, женщина или мужчина? Мужчина. Мужчина, да? У нее было лекарство? Нет, у него нет У было него лекарств. не было такого лекарства, да? И что она Да. делала? Да вот она Что она решила? Что она да, решила? решила сходить за лекарством Она в решила сходить, аптеку. да, пешком, да? Да? На пешком. Да. Она Пешком решила быстро. пройти 8 километров, да? По Да. поля, да? Через поля и овраги, да? Вот, через поля и овраги, чтобы достать лекарство, да? Вот. Добраться-то она добралась, да? Денег, ой, денег, Да. ой, да? Да? Да. Но вернуться обратно как? Каким образом? За 30 минут. Так, каким образом она вернулась? Каким образом она вернулась? Bằng cái cách nào mà cô ấy quay trở về được? Anna na Ее привезли. Да? Chúng ta nói là ее привезли на мотоцикле, да? Ее привезли на мотоцикле, да? Правильно, да? Да, правильно. Ее привезли на мотоцикле, да. Как у нас это называется? Мотоцикл в обнимку, да? Việt Nam chúng ta gọi là xe ôm đấy. Đấy, она ехала обратно на мотоцикле, да? На мотоцикле. Вот правильно, да? Вот. Во Вьетнаме это не было бы проблем, да? А в Вьетнаме thì hầu như là không có vấn đề, да? Правильно, да? Вот. Так. Сеум везде можно позвать и сразу и отвезут, да? Куда надо, да? Вот так вот быстро и хорошо. И бегать по полям и лесам тоже не надо, да? Chạy theo trong rừng và trên cánh đồng cũng chẳng cần, да? Ну вот так вот, да? 8 километров ехать можно быстро, да? На мотоцикле. Ну понятно. Но дело в другом, что во Вьетнаме было бы такое дело. Ở Việt Nam sẽ có cái chuyện nào như thế không? Во Вьетнаме была бы такая история? Yes. Была бы такая история? Ở Việt Nam thì sẽ có cái chuyện như thế Đây không? nha, tôi yêu yes. À, yes đấy. Dạ đúng. Yes, no, express, express, Hanoi, Ho Chi Minh. Да, может быть, да? Да, Так, может быть. может быть, да. Может быть. Ну понятно, да. А во Вьетнаме люди тоже помогают друг другу, да? Да. Да, тоже помогают, да? Тоже помогают. Раньше помогаю, но сейчас не знаю. Как сейчас не... Может, Но... да, может быть, сейчас нет потому что между человеком. Да, у тебя нет веры в людей, да? Em không có cái Да. niềm tin vào mọi người đấy. Нет, у меня есть, но я встретила очень много ситуаций и Да, много ситуаций, да, много ситуаций, да, да, много ситуаций, ситуаций, много много ситуаций. ситуаций, много ситуаций, да. Где, что? Или когда? Ну, когда люди не помогают друг другу, да? Да. Поэтому я не очень Да? верю. Ну вот. В эти дни, когда вот это вот люди из Хошимина уезжали к себе на родину, да? Trong những ngày gần đây thì là gì? Những người, rất nhiều người, tứ xã chi человек, да?
они ехали на мотоцикле, да? Они ехали на мотоциклах, домой, да? Trong những ngày gần đây thì có hàng nghìn người đã đi xe mô tô để về quê đấy, đấy. Они убежали от эпидемии, да? Họ chạy trốn khỏi cái dịch bệnh đấy, vợ Hồ Chí Minh nhỉ, đấy. Вот. Люди же помогали, да? А, cũng có những người giúp đỡ họ đấy. Люди готовили еду, да? А, дали воду, дали бензин. А, rất nhiều người giúp đỡ họ. А, họ là gì? Họ cho tiền này. А, деньги дали, давали, да? А, давали бензин, давали воду. А, да? Họ cho nước uống này, họ cho xăng này, да? Đó. А, вот. Так что даже была одна женщина, она ставила коробку с конвертами по 500 тысяч донгов, да? И написала, вот, берите кому надо, да? Và cô ấy viết, cô ấy làm những cái phong bì là mỗi một phong bì là 500.000 đấy. Và họ, cô ấy là gì? Cô ấy để vào cái hộp và để trước mũi xe ô tô vào. Cô ấy viết là gì nào? Ai cần thì cứ lấy đấy. Những người đi về quê ai cần cứ lấy đấy. Nó tạc quá. Те, которые едут домой, возьмите, если надо, да? Вот так вот. Но вот это болезнь. Это что? Болезнь. Нет, это болезнь. А, это когда эпидемия, да? Да, это когда эпидемия, да? Да, поэтому это очень нормально. Это очень нормально. Если люди в одинаковой стороне помочь друг друга. Да, вот. Да, да. Но если на улице. На улице, да. Да, в. Да, может быть, рабочий из Вьетнама работает в Китае или в Японии. Если на улице. Япония, не Япония, Япония. Да. Если на улице у нас есть проблема, да. И вот, и я поэтому, вот, а нет, и еще вьетнамки только видели, это не помочь. Не помогут, да? Не помогают? Да. А, не помогает, да? Ну, это со временным... Это грустно, да. Но это правда. Да, это со временным обществе, да? В современном обществе, в современном обществе люди меньше, да? Люди меньше помогают, да? Да. Помогают. Даже он сдал видео и. Но. Как это понять? Даже что? Сделано видео. А, видео-то снимают, а помогать не помогает, да? И ему на это, да? Да. А, em đợi một chút nhé, có người gọi điện. А, nó sẽ có ba cái quả giống nhau. А, quả chôm chôm thì nó là rambutan. 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 Rambutan là quả chôm chôm. А, lychee là quả vải, đấy. Và lý chi là quả vải. Và longan. Longan là quả long nhãn đấy. Mình gọi là long nhãn. Longan. Tiếng Nga nó dịch là như vậy đấy. Вот моя русская подруга сказала рамбутан это личи с волосиками, да? Да. Да-да-да, личи с волосиками, да, да. Так и есть, дети так называют, да? Да. А, да. Так, у нас тоже так говорят. Ну, дети так говорят. А, bọn trẻ con nhà mình nó chả gọi thế, đấy. Nó gọi là quả vải có lông. Quả vải có lông, đúng không? Quả vải có lông. Так, ну вот. А, ну так, это значит хорошо. Ну всё хорошо, да? А, đó như vậy là gì nào? Đó là một câu chuyện rất cảm động về cái tình người ở Nga đấy. Và người ta thực sự là như vậy đấy. В России, если врач, то они готовы помочь, да, готовы помогать людям везде, да. Nếu như là bác sĩ thì họ có trách nhiệm, да, у них обязанность, как бы, да, họ có trách nhiệm là họ phải giúp đỡ mọi người
mọi nơi đó. И на дороге тоже, да? У врачей, врачей, на машине, ты глази, се, се у того, бакси, да? На машине есть наклейка, наклейка, да? С крестиком, да? Да, с крестиком. Có nghĩa là gì? Ở trên cái ô tô của bác sĩ, nếu mà cái xe ô tô đó là thuộc quyền sở hữu của một bác sĩ nào đó đấy, thì ở cái kính hậu đằng sau nó có một cái ô hình tam giác, có một cái miếng dán hình tam giác và nó có cái dấu của cộng đấy. À, cái thông báo rằng là cái xe đó là do bác sĩ lái đấy. Thế và nó có ý nghĩa là gì? À, trong trường hợp cần thiết thì mọi người dân có thể là đề nghị bác sĩ để giúp chữa bệnh đấy, giúp cấp cứu trong trường hợp nào đó đấy. Nó vật tạp vật đấy. Tia tia nái xin li nhật. Em có biết điều đó không? Yeah, yeah. À, đấy. Tôi rất là nice đấy. Nó vật tạp. Ничего не знаю. Нет, не знаешь, да? В медицинский. À, nó thế. Em không hiểu biết gì về y tế. Đây, đây, đây. Крестик là gì? Крестик là cái dấu cộng này đấy. Крестик, gọi là крестик đấy. À, đó. À, mình sẽ lấy cái đó, chúng ta nhìn đây là cái up đâu nhỉ? Oh. Đó. À. Đó. Nếu mà em nhìn thấy cái xe ô tô của bác sĩ mà nó có cái hình này ở trên kính đấy, thì có nghĩa là xe đó là người lái xe là bác sĩ, và trong trường hợp khẩn cấp ý, thì cần yêu cầu cấp cứu thì là chúng ta có thể nhờ ông cấp cứu đấy. Đó. Thế và ông ấy thì ông có trách nhiệm mà không được quyền từ chối đấy. Đó. Đối một lần bạn của em suýt bị xe này đâm ạ. Bởi vì rõ ràng là đèn xanh bọn em đi rồi. Đấy. Nhưng mà tại vì kiểu bọn em cũng lùn xong cái đèn nó khuất đi ạ, xong trời cũng mưa ấy. Đấy. Nên là em bước sang thôi, thế là đang định sang thì em mới hét lên là chị ơi đừng sang. Hay là cái xe nó vọt qua một phát, em cảm giác như chỉ cần chậm vài giây nữa thôi là chết luôn rồi. À, đây. Nước vai nhạt này, nơi tôi khá sâu. À, thế như vậy đấy là một cái nó nằm trong cái truyền thống của các bác sĩ ở Nga đấy. Ну вот так. Конечно, это история, она очень интересная, да, но, конечно, это то, что происходит. Конечно, если позвать, конечно, все врачи бы пришли, да. Nếu như cần thiết ở trên tàu gọi thì tất cả các bác sĩ người ta sẽ đến đấy. Đó. À, thế và là gì? À, chiến công ở đây là gì? Смысл или значение этого рассказа, что дежурный врач, женщина на станции, она прошла 8 километров, да? 8 километров ночью через поля, через овраги, да, пробежала, чтобы достать лекарство этому больному человеку, да? А, cái ý nghĩa của cái câu chuyện này là gì? Là cái sự hy sinh của cái bà bác sĩ này đấy. Bà đã chạy bộ 8 km đi qua những cánh đồng và qua những cái vết lồi lõm ở trong rừng đấy, để làm sao để có thể kịp thời đem thuốc về cho bệnh nhân đấy. Cả từng đó. Người đấy ạ. Đấy. Đúng mà. Đó là một điều chúng ta gọi là gì nào? Восхитительно. 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 Đấy là rất đáng khâm phục đấy. Восхитительно. Đấy. À, rất đáng khâm phục. Lát này. À, спасибо. Thế như vậy bài học chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Đấy. Хорошо. Đấy. Đó là, sau đó thì thầy sẽ gửi tiếp cho em một cái bài mới đấy, để chúng ta có thể tham khảo trước và để chúng ta có thể là thảo luận nó hữu hiệu đấy trong giờ học tuần sau. Хорошо, đấy. Thầy ơi, em hỏi được ạ. Nó. Làm gì để? Điều đầu tiên để phát âm tiếng Nga hay là gì, em cần phải đọc đúng trọng âm đấy. Điều thứ hai nữa là em phải đọc bong tách của từng âm tiết ra đấy. À, ví dụ như là у которого, да, от станции телеграмму, эту телеграмму, да, ночью дежурный врач на станции приняла эту телеграмму. Điều đầu tiên chúng ta phải đọc đúng trọng âm của từ. Đấy. Điều thứ hai chúng ta phải đọc bong tách từng âm. Đọc bong tách từng âm nó mới hay đấy. До прихода поезда оставалось 2 часа. À đó. Em nói em hay vội đấy. Em hay vội. Đi đâu mà vội, chúng ta nói chậm rãi thôi đấy, chậm rãi. Và điều thứ nhất, điều thứ hai, thì giáo gửi trước bài cho em. À, nếu như cái từ gì mà em không biết trọng âm thì em sẽ tra trọng âm trước đi đấy. À, đơn giản tra trọng âm. Thường, no.
Em thường là em sẽ gọi là em sẽ gọi là em sẽ nhìn cái bài văn này em lướt qua một lượt, sau đó là em sẽ sử dụng cái văn bản mà nó có sẵn trong sách hay văn bản ấy, hay trên mạng ấy. Em sẽ soi lại, nhưng hôm nay em bị soi từ không để ý cái từ Leningrad ấy à. À.